Уроки жонглирования булыжниками на День космонавтики. 12 апреля 2014 года. День международного полета человека в космос. Ребята, откуда вы? Из Москвы. Заинтересовались уроками жонглирования булыжниками. Приехали к нам в город. Стало интересно, настоящий. Все как надо. Как вас зовут? Илья Максим. То есть вот ребята из Москвы приехали в Петербург на День космонавтики, взяли урок жонглирования булыжниками. Можно я задам вам пару вопросов? Смотрите, вот прилетим мы на другую планету, ну буквально там лет через 20-30, наверное, шагнем вот так вот далеко в космос. И вот встретят нас там вот такие вот аморфные гуманоиды. Для них мы, конечно же, будем выглядеть ужасно и уродливо, примерно вот так же вот как этот. Встретятся они нас, скорее всего, со скепсисом. Вот как вы считаете, вот этот номер, который я придумал, он поможет установить доброжелательный, взаимоуважительный контакт между нашей цивилизацией и цивилизацией каких-нибудь вот таких вот аморфных гуманоидов? Да. То есть вот этот номер, он показывает силу, ловкость, интеллект землянина? Да, да. То есть вам кажется, что вот это вот... Силу России. Силу России. Вот очень патриотичные слова. Так и скажите, возьмите булыжники, этот номер показывает... Силу России. Да, то есть вот на Альдебаране, на Нарзуле, на Назруле, на любых вот планетах, любых солнечных систем этот номер будет показывать вот миролюбивый настрой, силу, ловкость, патриотизм, интеллект землян и, конечно же, россиян. Да. То есть это очень хорошо. Вот возьмите, скажите тогда, что... Дорогие гуманоиды с других планет, не бойтесь нас, мы скоро летим к вам вот и принесем вам уроки жонглирования булыжниками. Гуманоиды, мы скоро летим к вам. Не бойтесь. Дадим вам уроки жонглирования булыжниками. Все день космонавтики. Вот, мы готовимся, мы уже учимся. Готовимся. И давайте покажем гуманоидам, вот что мы начали уже учиться. Вот, кто-то проводит, возьмите булыжники. Давайте, смотрите, я вас буду учить, а вы тогда... Этот пошел. Все правильно, давайте пробуем. Раз. Не, с двух, там где два надо начинать. Да. Раз, два, три. Поехали. Вот из этого. Раз и отсюда. Раз, два, три. Вот, все. Ну, принцип вы уловили. Уловили? Отлично. Вот. Потом добавляете уже текст, потому что, ну, естественно, там же какой-то язык иностранный будет, наверное, на той планете. Надо учить вот таким образом. Ну, а теперь, ребята, раз вам понравилось, смотрите. Вот для того, чтобы как можно быстрее долететь до другой планеты, мы вот сейчас сегодня собираем взносы на постройку космического корабля к центру Вселенной. Вот если есть возможность, можете сделать взнос. Чтобы поддержать отечественное космостроение.
Ну, ребята молодцы, ребята вообще откликнулись по полной, поэтому, конечно же, они сейчас получат уникальный сувенир от веселых петроградских булыжников. Аркадия, Геннадий или Володя, от кого хотите сувенир? Аркадий. Вот Аркадий. Аркадий дарит вам на память о нашей встрече. Вот эту вот счастливую монетку, потому что, ну, чтобы вы готовились, мы же не знаем, какие будут планеты, монеты других планет, может быть, вот такие. То есть вот у вас теперь вот такой вот есть уникальный сувенир. Так, а вы сделали взнос? Да. Сделали. Тогда вам тоже сувенир. От кого хотите? От Геннадия. От Геннадия. Тогда вам от Геннадия. Мы в Санкт-Петербург. Счастливая монетка. Ну все, ребята, учитесь жонглировать булыжниками и удачи вам. До свидания.